Всем привет! Хочу показать обзор томатов, которые у меня растут. Это красный камуфляж, такой полосатик. Вот такие вот помидорки. Кисти все завязались, начинают уже краснеть. Такие они очень высокие. Прям выше моего роста. Сейчас подвязывала их. Дальше у меня идет сорт дачник. В общем, посадила те, какие у меня были. Такие вот грозди. Вот. Там дачник уже краснеет. Весь завязался. Он не очень рослый. Ну, где-то по пояс мне. Здесь идет братик-полосатик. Мощные стволы, мощные кусты, огромные просто. Листья мощные. Такие вот. Так вот завязался. Везде-везде полосатик этот. Дальше идет розовый гигант. Ну, правда, огромные просто. Огромные плоды. Огромные. Тяжелые. Куст тяжелый под такими плодами. Начинает вот розоветь. Прям розовый, правда. Вот этот вот здесь вот видно хорошо. Прям вот розовый какой. Не знаю, еще не пробовал. Вот такие вот тоже куст невысокий. Не знаю, посмотрим, как понравится, оставлю этот сорт. Нет, так нет. А здесь сибирский скороспелый. Уже давно едим. Очень быстро. Вот такие здоровые просто. Такие вот плоды. Очень вкусные. Нормальные помидоры. Помидоры нормальные. Лето в этом году жаркое, слава богу. И помидор много.